Промышленное производство в Башкортостане в июле выросло на 1,4%. С начала года плюс 3,1%. Показатель по стране менее 2%. Наибольшие темпы в регионе по производству бумаги и бумажных изделий. 2,3 раза по отношению к прошлому году. Мебели почти наполовину, прочих транспортных средств и оборудования без малого на 40%. В то же время произошло снижение производства лекарственных средств и материалов более чем в 1,5 раза. Добыча металлических руд на 10%. Башкортостан находится на 9-м месте в Приволжском федеральном округе по темпам роста промышленного производства. Лидирует Мордовия более 13% по сравнению с прошлым годом. На 2-м месте Республика Мариэл плюс почти 9%. И замыкает тройку Ульяновская область 8,5%. Наименьший рост отмечен в Удмуртской республике 0,2%.